Всем привет, привет! С вами я, Ирина, и сегодня я снимаю мейк. Ну и в конце я одену эту шапку единорога. Тематика единорожка. Мю и бот. Давайте потом посмотрим, что в этой шапочке мне будет видно. Если честно, мне очень неприятно ходить. Что первое? Тоналка. Тоналка. Я научу для тебя, да, кисточка. Моя. Блин. Прям глаз. Моя бедная кисточка, даже тональника. Тональник я выбрала радужный. Как и сегодняшний ролик. На лице куча, на лице 1500 тональника. Я это еще потом себе буду подносить чуть-чуть. Еще вот столько тональника. Опа! Вот. Что-то получилось вот такое. Как же не забывать про губы? Эта кисточка оказывается колючая еще. Кисточка даже тональника моя. Я даже на руки могу нанести тональник. Готово. Так, теперь... Контуринг. А это больно. Еще это делала. Контуринг. Прикольно, там у меня еще коричневенькая. У меня кисточка вдруг выскользнула. Контуринг готов. Пудра, все наше любименькое. Пудрочка. Пудра нужна, чтобы я не блестела. Так. Хорошо. Почти. Ой, это как массаж. А, еще тут белая. Так, ребята, почти, жички, все. Это уже... О, такая. Готово. Тушь не надо. Туша у нас так... хватает. Тут же слишком много, слишком. Вот это называется, ничего не делала с спонжиком. О! И вернула спонжик. Вот раз, смотри, вот так вот. Оп. И еще берем.
называется, я совсем немного взяла. Готово. Это вот так вот хотела. Тучков. Блин. Тональником это вряд ли замажешь. Ну, давайте попробуем. Попытка не пытка. Тональником реально я вряд ли это замажу. И не замажу. Замазала, ура! Только у меня полглаза не накрашены. А это еще только начало. Такой вот красный. Желтый, зелененький нет. Опа, зеленый, голубой, синий. Останется вместо для фиолетового. И фиолетовый. И остался последний. Ой, готовый. Давайте мне все лицо закрасим. А в чем бы не идея? Оранжевый, желтый. Зелененький. Зеленый, голубой, синий, красный и фиолетовый. Как же это прикольно, я вся в тенях, Давайте еще. Красный, оранжевый. Как я странно выгляжу. И зеленый. И голубой, синий, фиолетовый. Я закончила. Ребята, я все в тенях. Если бы вы знали, как это непривычно быть вся в тенях. Дальше давайте еще сделаем радужные стрелки. Как вам идея? Красный, оранжевый, ты.
Нет. Сколько раз я сказала красно-оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый? Не я, не. Вот ты можешь видеть, как у меня получилось. Красный. Голубой. Давайте примерять свою маску. Я выгляжу очень прикольно. Ну, я думаю, это видео заслуживает лайков, подписок, комментарий, колокольчиков. На этом все. С вами всем пока. Пока. Посмотрите, как стоят мои руки.